еще одну инкассацию третьей точки. Какие результаты мы наблюдаем? Получается, за месяц мы проинкассировали 4800 рублей, из них чистая прибыль у нас составляет 3255 рублей. Аренда в данной точке у нас всегда 500 рублей, фиксированная стоимость аренды. Также по поводу выручки, получается, делал я, если помните, в прошлом видео я ставил дополнительно колбы. Вот получается здесь я установил еще дополнительно одну колбу на 40 рублей. Вот еще добавил один вид игрушек. Получается, кто это у нас тут выходит? Получается, трубка антистресс. Вот мы ее поставили, и достаточно неплохие результаты у нас за полмесяца. Устанавливали мы эту колбу в середине месяца. Вот это самая прибыльная точка, получается, на самой прибыльной точке, которую я выложу в следующем видео, получается, там даже и то меньше продалось, чем здесь. Вот здесь мы с одной колбы, получается, чистой прибыли 214 рублей поимели. Вот, смотрим, разбираем таблицу. Для тех, кто впервые на данном канале смотрит впервые мой видеоролик, объясню, как считать по данной таблице. Получается, разберем на примере, ну, давайте на примере вот поп-сокетов, получается. Одна игрушка у нас стоит 13 рублей 70 копеек. Продаем мы данную игрушку по 40 рублей. Получается, чистая прибыль у нас составляет с одной игрушки 26 рублей 30 копеек. За месяц мы таких игрушек продали 9 штук. Получается, вот эти 9 штук умножаем на 26 рублей 30 копеек, получаем чистую прибыль 236 рублей. Таким образом, вы можете посчитать всю оставшуюся таблицу. Единственное, вот тут вот я еще отметил брелки битва. Получается, у меня они закончились. Вот когда я пошел четвертую колбу устанавливать, у меня получается вот этот вид игрушек закончился. Я засыпал туда новые игрушки. И получается, добавил еще плюс одну колбу. Получается, дополнительно вот мы еще 93 рубля заработали. Вот, смотрим дальше, получается. Вот эти вот значения, которые отмечены зеленым цветом, получается, плюс 20, плюс 20, и вот по 1 рублю. Что это такое? Это как раз те денежки, которые нам закинули подростки. Вот, к примеру, есть такие ситуации, когда дети приходят покупать игрушку, засовывают туда рубль, что-то обворачивают его, либо вообще 10 копеек завернут и так далее. В общем, всякую фигню туда ложат. Вот, а здесь дети, получается, ничего не покупали на эти деньги, это они просто решили закинуть туда рубль, и он у них не прокрутился. Соответственно, он просто внутрь упал, и мы этот рубль считаем как прибыль. Они его ни об чем не обматывали, просто закинули, получается, сюда, и все. Вот, итого за месяц мы заработали вот этих вот, вот этими рублями 44 рубля. Никаких убытков у нас в данном месяце, кстати, не было. Вот. Если у нас на первой точке там 7 рублей было, на второй точке мы никаких убытков не понесли, только плюсы, там 87 рублей плюсом мы даже заработали. Вот. А здесь у нас тоже никаких минусов нету, мы заработали 44 рубля еще сверху, вот этими рублями. Вот. Также по поводу стоимости самой точки, получается, сама точка вышла 66 тысяч рублей. Здесь расписано, какой товар сколько всего стоит. Ну и по данным, ну, по данным инкассации вы можете определить, через какой промежуток времени данная точка окупится. Вот, всем спасибо за просмотр. Всем пока.